Здравствуйте. Minecraft Альфа. Ой, у меня сейчас просто горе огромное произошло. Ой, ну это смешно, но... В общем, ладно, я полтора часа записывал, как я тут играю. Супер интересно, что-то пытался рассказать, зачем-то опять бесполезно, но... Цель была же создать портал в рай. Я его сделал. Вон там, если что, портал в ад, это не выдумка, я его не в креативе построил. Тут уже много чего произошло, и не обращайте внимания. К сожалению, это никто никогда не увидит, к сожалению. Я записывал, но оно не сохранилось. Тот мир, которым я записал прошлую серию. Ну ладно, это не важно. Я просто буду тогда ходить, бегать. Я не знаю, что делать. Не знаю, давайте построю дом, что ли. На вторую серию, там, на сколько, на 3 минуты. Я даже не знаю, что говорить, потому что я, ну, полтора часа последний говорил. Я не помню, что я там сказал. Точнее, наоборот, я обычно, если что-то говорю, то как раз сразу забываю, потому что я же это уже сказал, зачем мне это в голове держать. Я уже... Короче, ладно, неважно, просто ладно. Какой там обычный дом? Он обычно строят из кирпича, но кирпича не знаю, как добыть. Ну, так как это происходит постоянно? В прошлой серии сколько там набрало? Это сейчас готов посмотреть. Кейс заболел, у меня голос, сам проблемы какие-то. Я не могу посмотреть. Интернет пропал. В общем, прошлая серия набрала около там 1000 просмотров. По-моему, на этом остановилась. Не думаю, что наберет больше. YouTube я уже знаю. Прошлая серия набрала много. Я очень удивлен. Это первое видео, которое я записал. Вот просто, ну, просто потому что захотел. Оказывается, оно понравилось кому-то. Там писали даже хорошие комментарии. То видео я записал 2 месяца назад еще. Цитировал где-то потом еще через недели-две. И оно у меня просто лежало. Просто лежало, потому что я не хотел его выкладывать. Думал, но никому не нужно. Вообще не хотел. У меня было готово все. Мне осталось только выложить. Как казалось, я его сделал чисто для себя, потому что я просто... Ну, я играю иногда в Альфу, просто потому что нравится. Прикольная она. Простая. Думать не надо. Легко все тут. Я не знаю, почему это кому-то зашло. Потому что предыдущие видео я пытался делать какие-то суперинтересные, популярные, там, трендовые. Но они не заходили. Получается, даже это, скорее всего, самое мое крутое видео, потому что оно там за 24 часа набрало 1000. Мне такого ни разу не было. Может, повезло, не знаю. Давайте вот так на закате. Ой, у меня, кстати, факелов нету, да? А, мне 2 факела. Ну ладно, рез есть, если что, переживу как-нибудь. Обычно же вот такие домики делают, да? В общем, решил сделать вторую серию, потому что увидел, что понравилось. Ну и как-то зло. Она не записалась. Ну она как, она записалась, но... Я, в общем, покажу, наверное, пару кусочков. А где выход? Я сейчас понял только. У меня меч сломался. Получается, ночью забурел скайблок еще до бета-версии. Скримак, совски словил. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, все, ладно, надо успокоить, сейчас. Ой, нет. Разливаю. Так, ну допустим, 15. Прикольно выглядит. Просто первый раз вот такое, что... Записываю что-то. И оно почему-то не получается. Я обычно всегда проверяю все. Я проверил звук, но не проверил саму запись. Битрейт 1000, там типа все пиксельное такое. Ну там прям пиксели их видно. Это невозможно выкладывать. Я так не хочу. Мне такое не нравится. О как. Кстати, тут можно интересно делать ступеньки там. Надо, наверное, накопать просто. Это вот булыжника здесь. Опять же, вот говорю, заболел еще. Я там еле полтора часа разговаривал. Ладно, все. Разработчики Майнкрафта, у меня вопрос. Где мой верстак? Кстати, вот интересно, откуда вообще взялось вот это вот? На портал в рай? Почему именно из светокамня? Почему именно водой? И все эти мифы с херабрином. Мне это уже, по-моему, рассказывал. Один раз тоже выезжал на какой-то версии, не помню на какой. По-моему, на 1.12.2. Блин, а вот как что-то делать и еще разговаривать? О, что? Это что с ними? Это же 2 полублока. Один вертикальный, другой горизонтальный. Нет? Ладно. Надо бы скрафтить камнерез, чтобы экономить ресурсы. Ой, промахнулся. Да что ты, когда я играл, почему-то просто увидел коров с белыми глазами. То есть там был мир, и у всех коров были белые глаза. Ну, скорее всего, это ошибка с текстурпаками, но это выглядело... Прикольно так. Это 100% херабрина, конечно. Зачем я кирку скрафтил? Они же с такой же скоростью ломаются, да? Но он, скорее всего, просто не выпадет без кирки ломать. К примеру, на зырак, что вообще странно, если ломать рукой не выпадает. Хотя я не знаю, как в основной версии, я что-то не разбирался. Стоп, они реально не выпадают даже с киркой? Блин, все-таки портал в рай было попроще построить. Только дом пытаюсь построить, вот столько уже старых механик, которых я уже и забыл. Ну, очень удивлен, что кому-то понравилось то, что понравилось мне. Пытался делать какие-то популярные там видео, супер заходящие у всех. Ну, у всех просто заходящие, популярные, интересные. Оказывается, можно было записать что-то, что понравится самому. И вот уж кому-то понравится, ну, не знаю, для меня это как-то странно. Все-таки делать какие-то супер динамичные видео, наверное, не совсем.
для меня. Получается, наверное, пока что. А зачем я дом строю? Можно тут жить. Кстати, уютненько, так прикольно. А что я делал? А, я дом строил. Чё, не выспался сегодня? Класс. Все комбо собрал, все, что можно было. Пойти не так, все пошло не так. Ступенечки, ступенечки. Наверное, конечно, тупо делать из, из булыжника дом. По крайней мере, крышу, он уже обвалится все. Но жители так делают, я им доверяю. Да блин. Сейчас не выпадет, да? О, а куда... Я... Подождите, я не понимаю. А куда те делись, ступеньки? Ну, как-то так. Потом еще наверх сделаем, но... Хотя, я не знаю, надо. А надо? И дальше что? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ледра в Skyward сыграл. Да елки-палки. А почему они такие, какие-то перевернутые, косые, непонятные? Два блока перевернуты. Я уже боюсь, что я что-то не сказал, повторяю. Потому что думаю, что оно не записалось. Я так быстро переключился на то, что мне не записалось. Теперь повторяю все. Теперь повторяю все. Теперь повторяю. Понятно. Блин, а зачем я отсюда начал? Надо было с лицевой части начать и там закончить. Просто, чтобы было с океана видно, что крыша, а то, что здесь дыра огромная. Никто бы не заметил. Так, опять бревна, бревна, бревна. Давай. Ставим. Думал, может, взорвет, убьет все-таки, а то они что-то мало урона наносят. Ну, кстати, получается, на это надо глаза закрыть, а так, в принципе, неплохо. Кстати, земля тут не растет. Ну ладно, уже ничего не сделать. Как построил, так построил, все. Никаких претензий. Все-таки меня не покидает эта вот мысль. Почему начал записывать вторую серию, которая потенциально для меня, могла быть самым важным видео, возможно. Потому что предыдущее по такой же теме понравилось. И оно не записалось. Первый раз у меня такое. Ну как оно записалось, я понимаю, я неправильно выражаюсь, но его невозможно докладывать. Там отвратительное качество, там... никак не спасти, в общем. Как есть. Почему так? Как будто такое что-то похожее было. Когда пытаешься что-то сделать, уже будто бы что-то близко. Начинаешь, оно почему-то заканчивается. Или какая-то там проблема возникает, не знаю. По сути, после того, как оно не записалось, у меня сейчас был выбор либо, можно сказать, сдаться. И, забросить всю эту идею, потому что... я бы не смог продолжить альфу уже в другом мире, очевидно. Во-первых, первую серию уже записал, во-вторых, как-то морально тяжело. Все сначала. Альфа, она приятная, когда ты играешь. Я, кстати, называю именно просто альфа, а не Майнкрафт альфа, потому что это будто немного другая все-таки игра. Она ощущается по-другому и чувствуется по-другому, и все вообще по-другому. А отсюда что-то как-то не очень хорошо смотрится. Я не доделал крышу, там посмотрим, как она будет выглядеть. Вроде там между бревнами тут 5 блоков, и она должна закончиться, на ровном блоке. Кстати, подождите. Так это плохо. Че сейчас крыша будет не треугольная, а какая-нибудь параллели пипиодная. Ну ладно. Опять как это происходит? Уж полтора стака почти накопал. Опять пропустил это. В общем, вывод, если вы что-то делаете, делайте. Вот и все. Как оказывается, все так просто не бывает. Хорошо, что сейчас эту записываю, наверное. Хотя кому надо. Нужна. Когда я уже почти тут все сделал, ничего интересного не происходит. О, кстати, а если второй этаж делать? Из-за бысловатых. Стену так стену. Ну что, прям таким вот трехэтажным каким-то из-за крыши. Просто это как-то странно выглядит. И здесь конец. Подождите. Можно было бы, кстати, тут ступеньку перевернуть, но они тут не переворачиваются. Ну пусть будет так. Так, кстати, тоже неплохо по-особенному. Тёшка перед все. Прикольно выглядит, прикольно. Необычно. Стеклобаров не хватает. Давайте сейчас песок переплавим. Перед домом накопаю. Не жалко. Кстати, интересно, тут была уже панель стеклянная в альфе. Я знаю, что уже было в первой версии. Кстати, что я еще говорил в том видео. Очень прикольно, я тут заметил. Я много версий играл. Это, естественно, не единственная альфа, на которой я был. Это самая последняя альфа. Потом идет бет. Но самое главное, в чем прикол-то. Там альф было супер мало. Реально мало. Кстати, прикольно выглядит, скажите. Оп. Так, прикольненько. Стекло. Переживается. Стекло тогда было. Еще я хотел сказать. В альфе, в общем, тут было немного альф, но что примечательно. Буквально где-то версии 2 альфы назад мир выглядел... Наверное, скриншот прикреплю. Несколько версий назад был абсолютно плоский мир. Там 10 на 10 чанков, никакой генерации мира нету, ни железа, ничего. Никаких предметов, ни мобов, ни выживания режима. Это вот добавили буквально там... за пару версий где-то. И вообще, если посмотреть по датам, это вообще не важно, потому что тогда версии выходили чуть ли не каждый день. Там ночь бывала, за несколько дней несколько версий новых создавал. Хоть это уже и посерьезнее версия. Здесь и музыка добавлена. Ну-ка, панельки есть? Ладно, окей. Не все. О как. По-моему, хуже стало. Ничего. Вот так у меня будет второй этаж. Он будет выходить в никуда, в крышу вот сюда вот. Иллюзия, кто-то там живет. Из окна будет видно лестницу, богатый. Стоит только вот это вот все заполнить просто и все. О, все, камень больше не нужен. Хватило. Не хватило блока, серьезно? Ладно, я думаю, никто не заметит, так будет. Ладно, давайте тогда симметрично, чтобы было. Это что? Вот так как-то. Это такой стиль. Сюда будут падать воробьи. Гнезда плести для птичек. Отсюда выглядит все равно прикольно. Так, еще насчет декора.
Декор. Ковриков тут не было. Может бы было бы сделать камин. Ну не, я не буду делать камин. Ну ломай. Окей, что тут? Ну неплохо, да? Только сейчас понял, что надо было дверь тут делать и окна. Ну ладно, у меня другой дом особенно. Давайте напоследок, может, схожу куда-нибудь туда, покажу вам, чего не показал. Сквозь зомбаков, криперов. Прощай, домик, я сейчас потеряю. А, я сейчас вообще умру, у меня еды-то нет. Не, я реально сейчас умру, кстати. Тут мобов очень много. А что они такие быстрые? Или это я такой медленный? Сейчас к порогу подойдут и все, ничего не сделаю. Есть паутинка? А, я же ее выкинул в прошлой серии, которую вы не увидите. Ну, я уже сказал, что покажу, значит покажу. Сейчас, смотрите. Классно, да? Он стреляет. Куда он стреляет? Куда они летят эти стрелы? Зомби просто в океане заспалнился. Ты мне факел сломал. Броня уже, все. Ладно, последние слитки потрачу. Мое последнее будет путешествие такое небольшое. Ну, кстати, дом реально прикольный. Тут очень хорошо, я думал, плохо получится. Такой нормальный, приятный глазу. А где он был? А, он где-то там. Ну, в общем, отрывками я пытался спасти лес. Ну, в общем, вот. Каким-то образом, не знаю, как это работает. Тут была лава. Только я к ней подошел, начало гореть это дерево. Потом, ну, и тут его уже нет. Второе дерево. Потом тоже, кстати, нет. Я начал как-то ограждать от остального леса. Листу взломал. Но, блин, он так быстро горит. Он на этой версии очень быстро горит. Может попробовать показать? Так, надо только на каком-то дереве, которое изолированное. Вот это. Смотрите. О. Все, оно прям максимально быстро, как только возможно. И сгорает быстро. Но это странно как-то. Простите, там защитники природы, я что это делаю? Это просто эксперименты с Дальфа. Сейчас, скорее всего, останется какой-нибудь один или два блока. Если повезет. Повезло. А. Ой. Ну не знаю, там некоторые блоки остаются, некоторые не остаются. Некоторые деревья прямо полностью сгорели. Вот есть, где сильно осталось много. Это что такое? А как оно сгенерировалось? Это они так вплотную были, это какое-то дерево большое. Странно. Давайте в ад схожу. Покажу, что там было. Там, по-моему, газ на выходе меня ждет. Неприятно. Этот ли он мне будет рад? Да-да-да-да, я понял. Короче, тут вкратце, ну я выжил, самое главное. Но тут было отвратительно много кастов. Сейчас попробую показать. Так, свет, он тут вечный. Ну, короче, как-то так. Можно вообще, в принципе, на этом закончить. Не знаю, я тут пытался вот эти вот светока. Ладно, все. Это уже опасно. Я говорю, старый Майнкрафт, он прям совсем какой-то другой. В прошлом мире, я не помню, ну я помню скриншотил, вроде где-то есть, я прикреплю, наверное. Там их было прям десятки. Там огромное открытое место, там 10 титачанков свободных. И насчет лавы. Я пытался способом профессиональным сделать, но не получилось почему-то. Не знаю. Тут вода просто по-другому разливается, станьте, я не знаю почему она. Но там осталось вот здесь вот несколько лавы, мне прям идеально хватило, чтобы достроить. Ну и там еще было под озером. Повезло. Эх, ну в принципе, зачем мне заканчивать где-то там дома? Можно и тут. Если это тоже каким-то образом кому-то там понравится, ну круто будет. Вот овечка вам, сейчас она будет немного лысой. Так, на F можно чанки менять. Несколько режимов, вот такой вот самый. Дабы выбовы. О, кстати, Назерак. Испугались? Да не бойтесь, не бойтесь. Это я вдруг. Ой, блин, не рядом с деревом. Хочу просто зажечь, чтобы горело хорошо. Ну, в общем, где все началось, там все закончится. Дом построил, если это кому-то понравится. Не знаю, в этом мире есть ли смысл. Попробую, если, ну, реально прикольно. Надо что-то, какую-то сборку сделать, возможно, с херобрином. Попробую там повыживать. Раньше это как-то делали, ведь, скорее всего, можно будет найти. Попытаюсь. Если это интересно, напишите. Музыка из видео, что там в описании, в Дискорде она есть, если что, в нашем канале крутом. Который 2 года еще популярности не пользуется, но если кому-то интересно, можете зайти, там есть. Там есть люди, если что, так что можете сходить. Вот и все. Больше тут делать нечего. Tip your waiter. Знаете, как переводится? Я не знаю. Напишите в комментариях, как переводится.